Друзья, послушайте новую композицию «Романс» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской, которая называется «Волнение страсти». Музыка исполнена Самуила Фроновича из цикла «Жившая поэзия». Страсти безудержной, да милая страстная душа моя, я вспоминал твой образ нежный, тобой лишь восхищался в мыслях я. Надеждой, что снова нас ведет судьба моя, но жестекла и тебя прежней, не знал ты чудный, не звал ты чудный взгляд меня. Надеждой, что снова нас ведет судьба моя, но жестекла и тьма прежней, не знал твой чудный взгляд. Только тебе тогда одной мечтал, единственный ты мой идеал, и счастье без тебя я не представлял. Но ты ушла к другому, вот финал, и только тебе тогда мечтал я, единственный ты мой идеал, и счастья без тебя я не представлял, но ты ушла к другому, вот финал, пока волнения страсти улеглись, позабыть я навсегда пытался, напомнил о тебе я всю свою жизнь, не забыл тебя, как и не старался, пока во мне не страсти улеглись. Я позабыть и навсегда тебя пытался, напомнил о тебе старался. Пока волнение страх улеглись, я позабыть тебя навсегда пытался, напомнил о тебе я всю свою жизнь и не забыл тебя, как
спасибо за внимание. С вами был Самуил Самуич. Музыкально-поэтическая композиция «Экспромт. Волнение страсти». Стихи Татьяны Бродской.